В зависимости от комплектации автомобиля в разделе «Система» можно задать и изменить параметры AirLink 2 и систем автомобиля. В нем можно настроить дисплей щитка приборов, центральный экран и панель управления на ветровом стекле. Панель управления на ветровом стекле призвана повысить безопасность движения. Водитель получает четкую графическую информацию, не отрывая взгляда от дороги. Текущую скорость движения, указание системы навигации, предупреждение о превышении скорости и информацию средств помощи водителю. Кроме того, в разделе «Система» можно настроить, например, язык системы, клавиатуры, голосовых сообщений и профилей пользователя. На второй странице этого раздела можно настроить главную страницу и перейти к системной информации AirLink 2. Кроме того, можно задать уровень громкости всех источников аудиосигнала и звуковых предупреждений систем автомобиля, аудиосистемы, системы обнаружения препятствий, указателей поворота и так далее. С помощью кнопки «Общий сброс» можно сбросить настройки системы AirLink 2.